Он как воздушная зефирка. Привет, ребята! И сегодня вы увидите, как же сделать баттер-слайм из воздушного пластилина. Чтобы он точно получился, для этого мы не будем использовать ни клей, ни загуститель. Но перед началом мы хотим вас попросить подписаться сейчас на этот канал и нажать на колокольчик. Потому что у нас есть задача набрать 10 тысяч подписчиков до Нового года. И если вы подпишетесь сейчас, вы очень сильно нам поможете. Итак, нам для этого понадобится воздушный легкий пластилин. Вот мы приготовили. У Алинки будет вот такие красивые в розовых оттенках цвета и один беленький, вместе 5 штук. И у меня будут разноцветные цвета, тоже 5 штук. Мы посмотрим, что из этого получится. А что мы будем добавлять, увидите в этом видео. Смешаем цвета. Мы их вытянули. Ну что, попробуем смешать? Да. Вау. У меня радужный. У меня вот такой розовенький получается. Очень красиво. Да, у меня получился такой вот цвет. У тебя не очень. У меня вот такой розовенький получился. Мне очень нравится вот этот цвет. А у мамы получается коричневый. Да, вот эти все цвета, получился вот такой кофейный цвет. Цвет капучино какого-то, наверное. У меня вот такой светло-розовенький. Малинки нежный. Так, смешали. Теперь будем делать баттер-слайм. Вот цвета смешались, и они очень нежные. Следующее, что мы добавим, это теплая водичка, но по чуть-чуть, чтобы он не лип к рукам. Надо обязательно теплую водичку, ни в коем случае не горячую. Добавим немножко шампуня, можно любого. Так как шампунь размягчает. Делаем мы этот слайм впервые. Поэтому точных пропорций не знаем. Будем смотреть по ходу. Теперь добавим пенку для бритья. Очень простые ингредиенты. Вау, как круто получилось! Очень крутой баттер-слайм. После пены наш будущий баттер-слайм стал помягче. Но еще и совсем не тот, что хотелось бы. Попробуем добавить еще воды и шампуня. Добавлю еще водички. Чуть-чуть. С каждым разом он радует меня все больше и больше. И он стал уже довольно эластичным.
Мы даже не думали, что у нас так хорошо получится. Слайм очень текстурный, и розочки с него получаются хорошие. Он пушистый, легкий. И воздушный. Прям мега крутой баттер слайм. И он заслуживает лайка. Текстура, конечно, не хрустящая. И не кликающая. Но из таких простых ингредиентов получился мега крутой баттер слайм. Он круто размазывается и не липнет. Он как воздушная зефирка. Мы советуем попробовать такой баттер слайм обязательно. Кто будет делать, напишите в комментариях, получился у вас такой же или нет. С вами были Алина и моя мама. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал. Мы с вами должны достичь цели 10 тысяч подписчиков до Нового года. Мы вам будем очень благодарны, если вы нам в этом поможете. Мы всех вас любим и всем пока!